Всем привет! Я уже в эфире. У нас сегодня встреча относительно разработки программного обеспечения под Linux. Вот. И довольно сложный момент, сложный к пониманию, потому что он относится к понятию собственной разработки, а не просто там к программированию на каком-то там C и всем остальном. Здравствуйте, у нас тут уже чатик в ютубчике появляется. Вот. Что умеют системы MIC и ему подобные, мы с вами знаем. Мы строим некоторый проект сборки, то есть некоторый профиль, в котором мы указываем, что из чего, собственно, мейкается, да, что из чего можно произвести. И дальше некоторая логическая схема, описанная на мейке декларативным образом, нам показывает, как именно зависят друг от друга наши объекты. Вот. Ну а большой такой из солидный подвал умолчаний, которые вместе с мейком приезжают, рассказывают, как один из одного объекта делать другой. Вот. Плюс там какие-то, значит, модификаторы, типа сифлакса, вот этого всего можно еще навесить. Другие инструменты, о которых, может быть, мы сегодня успеем поговорить, не декларативные, а оперируют понятиями независимостей, вернее так, не объектов, а задач. У нас есть как бы таск, там, собрать то-то, собрать все-то. Вот. И эти таски тоже друг от друга зависят, просто они запускаются в нужной последовательности. Вот. Разница, в общем, невелика. Если нам хватит времени, когда мы дойдем до такого инструмента, который называется Ninja, мы посмотрим, где она, эта разница, действительно играет серьезную роль. На самом деле, нам в сегодняшней лекции скорее интересно знать, что MIC не умеет. Вот. Представьте себе, что у нас есть исходный код, в котором определены некоторые условные, некоторые кусочки условной компиляции. Вот. Например, мы можем собрать некоторый проект с поддержкой некоторой библиотеки или без поддержки этой библиотеки. Мы можем включить или выключить какие-то его свойства. Да? Все это можно вручную проделать с помощью передачи соответствующего макроса, да? Вот тех самых сифлаксов, которые умеет MIC, насквозь в проект, да, там, скажем, define что-то, минус D что-то, и у нас, значит, появляется поддержка, или там минус U, и у нас эта поддержка исчезает. Но это будет непосредственное заигрывание с кодом проекта, что нехорошо. Хотелось бы уметь сделать так, чтобы, значит, был один и тот же makefile, но там какими-то сравнительно несложными движениями мы включали и выключали эту поддержку. Примерно такая же ситуация, только уже от нас независящая, относится к наличию или отсутствию самих этих библиотек. То есть, возможно, наш проект можно собирать с поддержкой какой-то библиотеки или без поддержки нее. Но, возможно, в данном сборочном окружении этой самой библиотеки просто нету. Этот факт нужно уметь находить и на него реагировать. То же самое относится к расположению. Потому что в разных операционных системах, особенно, значит, во времена, когда MIC делался, было дофига разных операционных систем, да, то же самое относится к расположению этого самого инклюдников, библиотек и всяких остальных инструментов. Их надо сначала найти, а потом уже, значит, вот. Вообще-то у нас даже может быть такая история, что используются разные компиляторы, у которых одни и те же параметры сборки проекта разными ключами обеспечиваются. Да? Там, условно, какой-нибудь был модный раньше Intel-компилятор, да? Вот у него не совсем такие же ключи, как у GCC, а у этого вашего Силанга тоже, в общем, не такие. Кроме того, очень много подобного рода задач, какой объект из какого делается, что там во что превращается и так дальше, очень много подобного рода задач на самом деле уже заранее решены. Мы и так знаем, как, допустим, вот это мы будем на одной из ближайших лекций разбирать, как превратить перевод, инкорпорировать его в программу. И как обновлять перевод. Да, есть утилиты, которые всем этим занимаются, но последовательный запуск этих утилит довольно длинный. Хотелось бы положить в makefile. Проблема стоит только в том, что в зависимости от очень многих условий вся процедура в целом, ее нельзя положить в один большой скрипт и скрипт запустить. Да? Ее надо как-то адаптировать.
вот к различным workflow. Ну и если уж на то пошло, может быть, было бы вот эти вот сложные цепочки запуска инструментов, которые как-то, значит, что-то делают осмысленное, какое-то одно действие выполняют, может быть, их можно, там, не shell-скрипты для них писать, а как-то по-другому, более высокоуровневые обозвать, и эти вот более высокоуровневые рычажки дернуть. Вот. Короче, вывод. Makefile выступает довольно универсальным инструментом сборки уже готового проекта, а вот адаптация некоторого профиля, некоторого прототипа проекта к готовому окружению и к запросам разработчика, там, включать, не включать определенную фичу, это мета-инструмент, который надстраивается вокруг Make. Вот. Такой инструмент существует очень давно. Это штука, которая называется GNU AutoTools. Вот. Я тут специально сослался не на документацию, а на такую факу. Вот. Что такое AutoTools и так дальше. Потому что там нет такого пакета под названием AutoTools. AutoTools — это несколько инструментов, про которые мы сейчас будем как раз разговаривать, вот, каждый из которых решает свою задачу. Значит, во всем этом безобразии центральную роль играет некий shell-скрипт, который называется Configure. Он даже входит в мемасики. Вот. Известно, что для того, чтобы собрать и установить проект, сделанный в стиле GNU, нужно выполнить три операции крибли, крабли и бумс, то есть configure, make и make install. И вот, значит, configure — это как раз крибли, хотя на самом деле нет. Вот мы сегодня будем говорить про то, что нет, это скорее финал, чем начало вот этого всего проекта адаптации к окружению. Что делает скрипт configure? Скрипт configure выполняет довольно много разных функций. Фактически он берет ваши исходники, на C там, например, да, и генерирует для них нужное количество генератов, которые потом будут использоваться Make'ом и другими инструментами, чтобы этот ваш проект все-таки собрать. Да? Почти всегда большой проект состоит не из Make-файла, а из прототипа Make-файла, да? Не из, допустим, перевода, да, а из исходников перевода и какого-то прототипа по внедрению этого перевода, ну и так дальше. Так вот, скрипт Configure — это как раз скрипт, после запуска которого появляется Make-файл, и дальше с этим Make-файлом вот... Да, с этим Make-файлом мы работаем. Какое-то время так оно и было. Я, как мантейнер пакет в Alt Linux Team, мантейню несколько пакетов, у которых этот Configure написан руками самими авторами, значит, этого удивительного, значит, вот, удивительно старых этих поделей, которые я мантейню, там, на каких-то странных языках, или там на перле, или на шеле, но руками написан Configure. Что, в общем, большая редкость на сегодняшний день, если есть скрипт Configure, скорее всего, это результат применения как раз AutoTools, о которых мы будем говорить. Вот, значит, как это устроено? У нас есть файл под названием configuriak, значит, потому что configure.ac. Вот. Этот самый файл configuriak, давайте мы в него посмотрим, самый первый. А, нет, нет никакого configuriak. В этом файле configuriak — это прототип для shell-скрипта configure, который генерится специальным инструментом под названием autoconf, запустив который мы получаем makefile, после чего мы уже с помощью make собираем наш проект или какие-то его части, или что-то переделываем. Короче, вот, вот. Понятное дело, что эти два шага — адаптация к окружению и дальше разработка — они, как это сказать, не итеративные. Вот сегодня мы будем постоянно очищать наше окружение, наши генераты, дальше с помощью AutoTools создавать его и дальше чего-то делать. В real life происходит все строго наоборот. В real life вы с помощью AutoTools создаете некоторое окружение и в нем ведете разработку, у вас готовый есть configure, у вас готовый есть make, все у вас уже готово, вы просто файлики дописываете. Вот. Но поскольку у нас учебная вся эта ерунда, мы начнем с конца, а не сначала. Вот. Значит, для начала мы что сделаем? Мы сейчас попробуем, если не получится, мы просто тупо скопипастим, но мы сейчас попробуем сделать так. Мы попробуем этот проект начать с нуля, ну, вернее, с единицы, с некоторой уже заранее написанной работающей программы, которая что-то делает. Значит, да, давайте мы прям вот попробуем
с нуля это сделать. Если нет, подглядим в нужную шпаргалку. У меня, кажется, две штуки. Так, СРЦ. Ну и что там? Автоконф. Autoconf example. Вот. Начнем мы с примера программы для Incursys. Вот, вот она. Так, а можно мне этот файл не div, а raw content? Можно. Вот он. Вот. Значит, ну такая вот, поскольку домашнее задание мы уже делали, вполне себе простейшая программа, которая показывает код символа. Давайте сделаем mcodir src, как полагается, чтобы у нас исходники лежали отдельно от всего инструментария. Да, src, ну, вернее, даже cat, src, key.c. Да. Обратите внимание вот на что. Ну, давайте мы его скомпилячим сразу. Кстати, ему нужна библиотека. Incursys V, вот. Во, значит, ну вот у нас даже что-то получилось. Работает это примерно вот так вот. Я нажимаю какие-то клавиши, а она в ответ пишет их курсовый код. Вот, при нажатии Escape она выходит из программы. Ну, такой вот вполне, значит, те, кто делал домашку, они уже помнят, как все работает. Давайте на нее посмотрим. Посмотрим мы вот зачем. Обратите внимание на то, что в этой программе есть несколько дефайнов. DX – это рамочка. А keypad – это включать или не включать режим keypad, когда мы функциональные клавиши, escape последовательности, исходящие от функциональных клавиш, декодируем. Вот в данном варианте keypad у нас по умолчанию не defined, поэтому если я нажму на F1, например, при запуске этой программы, она оттуда просто вывалится, потому что F1 начинается на escape. Вот. И видите, это escape OP. OP нам приехало, escape оно сожрало. А если я скажу вот здесь вот минус D keypad, вот, то вот вам, пожалуйста, значит, и только и нажатие на escape, и последующее ожидание секунды, а то мало ли, может быть, еще целую секунду будет escape последовательность приходить. Вот я нажал на escape, смотрите, нажал на escape, и только через секунду он решил, что да, это не escape последовательность, а просто escape, так что всем до свидания. Вот. Ну вот, вот такая простейшая программа с двумя клюшками, которые переключают функциональность работы ее. Вот. И вот мы с этого самого места и начнем. Давайте, что ли, в git это добавим. Вот. Напоминаю о волшебной таблетке, которая называется gitclean-fd, которая удаляет все файлы рекурсивно. Кстати, там может быть еще какая-то, еще более волшебная таблетка, я ее забыл. Минус x еще и gitignore все удаляет. То есть, если у вас есть gitignore, он их тоже все удалит, потому что gitignore, значит, они вам тут не нужны. Вот минус d, минус f. Давайте поедем дальше. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас создадим тот самый конфигуряк. Конфигуряк. Мне очень нравится это слово, я буду часто его повторять. Конфигуряк. Вот. Значит, конфигури.ac. Профиль для будущего проекта, для будущего скрипта конфигур, который утилита автоконф нам будет из него делать, из этого конфигуряка. Для этого нам нужна утилита автоскан, которая просмотрит все наши исходники и сделает профиль для этого конфигури. А в этом конфигуре будет заложена проверка каких-то свойств окружающей сборочной среды, вот, которые... Как это, с точки зрения, эти свойства с точки зрения скрипта автоскан должны присутствовать. Сейчас я поясню свои слова. Итак, значит, запускаем автоскан. Вот. Автоскан выдает нам лог, который обычно пустой.
Вот. Я сегодня, когда готовился к лекции, не сумел добиться того, чтобы этот лог был не пустой. Вот. Туда обычно какие-то странности складываются. Ну, то, с чем автоскан справиться не может. Файл конфигурискан, он нам не понадобится в жизни. Вот. Файл конфигурискан – это проект конфигуряка, того самого конфигури.ac, в котором на языке этого самого конфигури.ac описано некоторое количество свойств, которые либо будут проверяться скриптом конфигури, либо им задаваться. Всем этим мы будем пользоваться в ближайшее время. Вот. Значит, обратите внимание на то, что ну, давайте его сразу переименуем. Вот, чтобы можно было его отредактировать. Значит, ну, это, понятно, версия автоконфа, которая нужна. Вот. Это описание нашего пакета. Здесь мы можем даже что-нибудь написать. Описание нашего программного продукта. Вот. Пока что оно нам не нужно, потому что мы его не используем. Но в какой-то момент мы к этому вернемся. Вот, эй, интернеты, вернитесь. Вот, здесь результат того, что автоскан нашел исходники. Вот, в принципе, там, мне кажется, вот эта точка C можно было не писать, но давайте доверимся автоскану, бог бы с ним, пускай будет так. Вот, здесь некоторая штука, которую, мне кажется, надо закомментировать, потому что мы этим тоже пока не пользуемся, которая называется конфигаж. Вот, она нам пока не понадобится. А вот здесь вот уже некоторое количество тестов автоскан для нас предусмотрел. Во-первых, тестирование на наличие компилятора C. Он сделал этот вывод из того, что у нас есть программа на C, наверное, ее требуется компилировать C. Да? Тест на наличие заголовочного файла unistd.h. Почему unistd, честно, я не знаю, но, видимо, он там используется. Вот он. А про него нету сведений о том, что, как его искать. Да? То есть кто-то должен рассказать, где бывает вот этот инклюдник. Мы сейчас сами это сделаем. Вот. Зато он не просто сходил в error.h, но и проанализировав все, подумал, что надо бы потестировать наличие функции error.line. Видимо, она где-то там в исходниках в каком-то макросе встречается. Функция error.line – это просто функция из error.h, которая позволяет вывести сообщение error такой-то, line такой-то. Вот. Он проверяет наличие этой функции в стандартной библиотеке. Вот. Ну и, собственно, выводит нам конфигурь. Давайте попробуем сейчас запустить автоконф. Вот. Чё? Вот он даже сгенерил какой-то конфигурь. Вот. Значит, этот конфигурь, это скрипт, который, как видите, занимается чем? Он проверяет наличие компилятора, проверяет, работал он или нет. Вдруг он не рабочий. Программа CC есть, но не работает. Или не собирает ничего. Да? Проверяет, как называется файл. Проверяет, не надо ли .exe после... Ну и так дальше. Много чего проверяет. Наличие стандартных каких-то библиотек проверяет, наличие утилиты grep проверяет, потому что потом он ей будет пользоваться. И еще какие-то штуки, и также, вот видите, он проверил error.line и проверил там unistd, где-то она тут должна быть, вот. Такой нехилый на самом деле shell script, давайте в него заглянем. Это конфигуре. Потому что вот этот unistd, по всей видимости, как-то по зависимостям проверился, а этот unistd, потому что мы явно в конфигуряке это написали. Он сказал, ну ладно, я еще раз проверю. Ну, мы уже проверяли, говорит он. Вот эти же откуда-то вылезли зависимости? Вот. Дело вот в чем. Это, кстати, очень важно. Если вы компилируете вашу программу в POSIX совместимой системе, например, не в Linux, а в каком-нибудь FreeBSD, там неважно, OpenSolaris, какие еще бывают современные Unix совместимые системы. Дерево из вот этих инклюдников может быть очень разным. Андрей Викторович Стрелеров очень жаловался на то, что в этом вашем Linux вы включаете один инклюд, и вам приезжает половина системных инклюдников по зависимости, ну как бы сразу. Они друг друга все время инклюдят.
в более fine-grained C-библиотеках, как, например, в OpenBSD, это не так. И поэтому там, может быть, UnistDB бы и не приехал сюда. Такие дела. Поэтому, если вы хотите проверить UnistDB, проверяйте, что он есть. Лучше будет. Вот. Меня спрашивают, транслирую я из класса. Я транслирую из потока аудитории, где предполагается будет сидеть поток и слушать мою лекцию. Нас тут пятеро, включая одного ассистента и троих слушателей. Ну, тоже ничего, я знаю, что мои лекции смотрят еще потом в записи. Вот. Не очень удобное просто время поиска. Ну так вот, давайте посмотрим на эту конфигурь. Это генерат, написанный на шелле, в котором 44282 строки. Читать мы его не будем. Не будем мы его читать. Но поверьте, что он действительно, вот когда он пишет, что я проверяю, что компилятор C работает, он это делает так. Он создает тестовый файл на C, компилирует его и проверяет, сработал ли компилятор. А заодно выясняет, как он назвал файл, который он создал. И все остальное работает примерно так же. Когда мы говорим, если там memory.h, он создает тестовый файл на C и прогоняет его препроцессором. Ну и так дальше. Вот. Мы можем в какой-то момент, кстати, проверить, насколько это работает, как это работает, так и. Вот. Что касается config.h, видите, он сказал, что не смог его создать, потому что у нас нету для него прототипа. Ну, мы пока и не будем прототипом config.h заниматься. Но, как видите, конфигурь проверил наше окружение и даже, в общем, сказал, что все вроде более-менее нормально, только config.h составить я не могу пока. В остальном все нормально. Сейчас мы его немножко модифицируем, конфигури, и посмотрим, а что будет, если это окружение... Так, это был файл на C. Вот это мы все сделали за сегодня, за сейчас. Вот я про тут закомментировал config headers. Давайте мы это сделаем и здесь. Закомментируем config headers, потому что фиг знает, что там. Конфигуряк. Давайте пока поскольку мы его пока не порождаем, этот конфиг хедер, пускай он будет. Сейчас автоконф слэш конфигуре. О, чистенький и сухой. Вот это наш генерат под названием конфигуре с конфигурю. Вот. Значит, давайте мы вставим в наш конфигуряк. Ой, а он стерся, что ли? Ну как это может быть? Я забыл GitHub сказать. Забыл. Ну вот беда. Ладно, давайте еще раз. Autoscan. Автоскан. MV конфигури скан конфигуряк. Ак. Вот. Посмотрим, закомментируем в нем автохедерс, пока мы их не делаем. Вот. Проверим, что конфигурия работает. Автоконф, конфигурия, все работает. Git add конфигуряк, все остальные нам не нужны. Вот. Вот теперь, скажем, git commit, что там у нас, что-то с интернетами. Git commit минус m, ну, допустим, конфигуряк, недолго думая, плохой commit message, ну, пускай будет. Вот теперь можно говорить git clean минус fd. Так, значит, давайте мы этот конфигуряк немножко модифицируем. Раз она говорит, что можно проверять наличие библиотеки, давайте проверим наличие библиотеки не UnistDH, а что там, LemonCursus, как там, ncursus.h. Вот. И более того, мы проверим наличие head файла, а еще мы проверим наличие библиотеки. Это тоже можно сделать с помощью специального макроса. Чек-лип. Вот. Чек-лип. Дальше
имя библиотеки, дальше имя символа в этой библиотеке, дальше что делать, если не нашли, и дальше, если нашли, и дальше что делать, если не нашли. Вот. Давайте я прям скопипащу, чтобы руками это не набирать. Вот. Да, значит, библиотеки. Вот прям про библиотеку и спрашиваю. Тыц. Так, итак, библиотека называется lib in cursis v, суффикс lib традиционно с нее убирается. Ищем мы в ней функцию NIT-SCR, почему бы нет, любую годится, функцию ищем. Действие, которое производится в тот момент, когда библиотека найдена, ничего не делается, все и так хорошо. Мы здесь, например, могли бы определять какие-то ключики сборки. Да? Если бы эта библиотека была опциональной, мы могли так, нашел библиотеку, написал ключик define, не нашел, не написал. Вот. Значит, у меня тут спрашивают, от чего такой стандарт, синтаксис с такими квадратными скобками странный. Мы про это поговорим, но, пожалуйста, чуть позже. Просто привыкайте, он действительно очень странный, этот синтаксис, и как бы такой будет. Сразу скажу, квадратные скобки не обязательны, можно без них в некоторых случаях, а в некоторых нельзя. Вот. То есть вот здесь, вот, например, вот это и вон то можно было точно без квадратных скобочек. Вот. А вот если не нашли, поскольку это обязательная библиотека, мы выводим сообщение error, что нам нужны курсы, и поскольку это error, сборка заканчивается. Вот. Давайте мы ради прикола еще поищем библиотеку под названием lim.exist. Вот, но сделаем ее необязательной, то есть вообще не будем никак обрабатывать. Есть, есть, нету, нету. Да, не будем выдавать сообщение об ошибке в случае, если ее нету. Вот, смотрим. Так. Вроде все на месте. Смотрим, давайте посмотрим, как это работает. Так, autoconf, сгенерился конфигуре. Смотрите, вот он проверил наличие символа init.scr в библиотеке ncursis v и сказал, да, есть. Вот он проверил наличие символа nonexist в библиотеке lnonexist, сказал, нет, нету. Как он это проверил? Создал файл на C с вызовом этой функции и слинковал его с этой библиотекой. Если все упало, значит не работает. Можно, например, смотреть сейчас config log, да? Вот смотрите как, вот он проверяет, он создает файл conftest.c, линкует его с lib.nonexist. И вот здесь, вот он, смотрите, видите, да? Вот этот файл он пытается откомпилировать, компиляция падает, он говорит, нет такого, не получилось. Все это делает за нас вот эта процедура, которая, собственно, нам породила на основе нашего конфигуряка вот этот shell-скрипт конфигури. Там все это написано в shell-скрипте. Что хорошо, люди, которые умеют читать shell-скрипты, могут реально найти нужное место в конфигуре, отхакать его, задампить, посмотреть, что не получилось, почему эта библиотека не находится. Ну, то есть вмешаться в этот процесс непосредственно своими шаловливыми ручонками. Может быть, там какой-то путь надо доложить, и все будет хорошо. Черт его знает. Ну, я это делаю на регулярной основе, то есть я засовываю свои пальчики в конфигуре, вот, потому что вот не собирается, говорит, не нахожу библиотеку, а библиотека есть, а на самом деле ее куда-то переложили, или инклюдники там переложили в подкаталог, его надо просто добавить, в общем, все просто. Такая вот прекрасная штука, кажется, тут больше ничего мы не делаем в этой шпаргалке, да, вот мы то же самое сделали, вот. Окей, давайте мы это завестуем, скажем, что все хорошо. Значит, у нас getdiff нам дает только конфигуряк. Это значит, что мы можем говорить смело getclean-fd. Да. Вот это наше git commit.
не носами, но сэм, ну, как это назвать, lib n cursus v. Вот. Что мы будем делать дальше? Дальше, ну, мы все еще как бы только настраиваем скрипт, который проверяет адекватность нашего сборочного окружения. Он больше ничего не делает. Он только проверяет. Просто теперь он проверяет больше. Вот, допустим, что будет, если мы в конфигуряке, в конфигуряке вместо ncursus v вставим что-нибудь неработающее. Да? У нас при этом автоконф, разумеется, сработает, а вот конфигуре упадет. То есть, если мы попали в окружение, в котором нужной библиотеки нету, вот, то произойдет вот такая вот ерунда. Или, соответственно, нету соответствующего символа. Необходимость чего? А, в смысле, что она мандатори? Ну, смотрите, вы же определяете реакцию на отсутствие вот этого символа в этой библиотеке. Вот здесь вот что можно писать? Ну, там ну, много чего можно. Просто что-то из этого приведет к вываливанию с ошибкой, и это вот то, чего вы хотите. Да? Вот здесь, например, такая реакция какая-то по умолчанию, и она по умолчанию не критичная. Нам сказано, ну, нету. Мы сейчас увидим, в чем разница. Вот. Сейчас увидим, в чем разница. Можно убрать сообщение об ошибке, и он просто... Если убрать сообщение об ошибке, то он просто скажет, что такой библиотеки нету, и продолжит работу. Да? Здесь нужно какую-то... Вот реакцию нужно какую-то предусмотреть такую, что она как бы ну, ошибочная. Вот. То есть, ну, например, вывести ER. Вот. Документация по этой штуке есть, можно просто почитать, как работает этот макрос на самом-то деле. Вот и все. Хорошо. Значит, это мы с вами все еще, мы никак не доберемся до генерации makefile, но зато мы теперь уже проверили наше окружение на разные штуки. Вот. Давайте мы теперь сформируем конфигаж наш и посмотрим на него. Значит, чтобы сформировать конфигаж, нам надо что сделать? На самом деле нам надо одну единственную простую операцию проделать. Значит, ну, во-первых, понятное дело, раскомментировать вот эту штуку обратно. А во-вторых, надо запустить еще один инструмент набора автотулс, который называется автохедер, что ли? Да. Значит, напоминаю, что автоконф, помимо сборки вот этого скрипта конфигуре, еще занимается производством специальных файлов из их шаблонов, из их прототипов. Вот config.h.in, файлы прототипа заканчиваются на .in. config.h.prototype – это прототип для хедер-файла под названием config.h. Вот. Автохедер тоже сканирует нам какое-то содержимое, значит, каталога нашего, вот, и генерирует какой примерный прототип этого конфигаж, вот, в котором определены, а точнее не определены, некоторые переменные, некоторые макросы, некоторые сишные дефайны, которые к нам приедут или не приедут в наш этот самый. Ну, это хедер файл. Вот в прототипе, как видите, ничего не определено. Но зато они как бы намекают нам, вот здесь вот видите, как бы намекают к нам, на что если у нас сработала проверка в конфигуре этого самого наличия ncursus v, то у нас задефайнится have либо ncursus v в этом h-файле. Если сработало минус либо ну, задефайнится, ну и так дальше. Давайте это сделаем. Да, значит, конфигуре. Так, курсис из needed, я забыл. Сейчас. Autoconf. О, смотрите, поскольку мы с помощью автохедера сделали этот самый config.h.in, сделали прототип нашего конфигаша, он его сгенерил. Давайте в него заглянем. О, смотрите, libnonexist отсутствует, libcursusv присутствует,
Что там еще у нас? Ну, в общем, вот. А еще у нас определились макросы под названием package name, package string и package tarname. Только они какие-то дурацкие. Давайте мы их поменяем. Давайте мы уж назовем наш проект как-нибудь. Конфигуряк, да. Вот они. Ну, как его назовем? K-show. Какая разница? Версия, конечно, 0.00. Bug report адрес, ну. Вот. Там еще есть tarname, ну, как бы пускай будет без разницы. Да? Значит, autoconf, configure, configash. Ну, смотрите, какая красота. Теперь мы что можем сделать? Теперь мы можем еще и наш исходник модифицировать. Вот здесь вот у нас написано слово window. Давайте мы вместо window, как у нас вот тут написано, вот. Во-первых, давайте этот конфигаж заинклюдим, естественно. Да? И заинклюдим конфигаж. Вот. Потому что мы его сгенерили, надо воспользоваться им. Include config.h. Вот. А во-вторых, вот вместо слова window давайте вставим использованные, ну, как бы, воспользуемся этими макросами. Че? По-моему, самое оно. Вот. Пробуем это все собрать безобразие. Так. А, естественно, и точка. О, смотрите, к нам приехало сообщение вот сюда. Ну и вот. Вот. Так, значит, кажется, на этом шаге мы все сделали, что хотели. Мы модифицировали наш исходник, что он теперь читает из конфиг аша, оттуда всякие штуки принимает. Вот. И мы его генерим теперь. Больше тут ничего на этом шаге не было сделано. Очень хорошо. Давайте мы это завестуем. Значит, какие у нас новые файлы? Никаких. Configash in, напоминаю, генерится автохедером. Да. Ничего не нужно. Хорошо. Хорошо, git-div посмотрим. Да, вот у нас конфигуряк и, да, git clean. Минус fd, git commit, минус a, минус m. Что там у нас? Config.h. Смотрите-ка. У нас же есть вот такие две клюшки. Keypad и dx. Это рамочка. Толщина рамочки. А давайте мы модифицируем наш конфигурь таким образом, чтобы вот этот keypad и вот этот dx можно было задавать прямо в конфигуре. Скажем, конфигуре с кейпадом или конфигуре без кейпада. Вот. И это достаточно легко делается. И это наш следующий шаг. Вот этот. Да? И это достаточно легко делается с помощью соответствующего макроса, который можно найти в документации, который, собственно, говорит, вот, это макрос довольно длинный, поэтому я, с вашего позволения, его скопипащу прямо ручками отсюда. Вот. Optional close. Я его скопипащу прямо отсюда, а потом объясню, что он делает, чтобы мне не было необходимости вручную это все править. Вот. Значит, давайте его почитаем. Autoconf argEnable означает, что мы добавляем в наш конфигурь. Кстати, забыл сказать, как в этом самом, как в мультфильме. Забыл сказать? Про волшебника Оха. Ну ладно, тогда потом покажу, что у конфигури на самом деле дофига скриптов, дофига настроек. Ну да ладно, все получится. Итак, мы добавляем к параметрам скрипта конфигурь еще две опции. Минус-минус enable keypad и минус-минус enable frame равно ширина. Опция минус-минус enable keypad будет в help описываться вот так. И если она включена, она будет приводить к тому, что у нас в вот этот config h будет приезжать define keypad. Тот самый,
с которым у нас эта штука, так, когда она компилируется, там надо, вот. И та же самая история с, значит, фреймом. Да? Если мы добавляем в конфигуре новый параметр минус-минус frame равняется with с вот таким хелпом, и если он задан, то в config.h приезжает define макроса dx, который, если он задан, будет равен вот этому with, ну, синтаксис такой, да, доллар и подстановка того, чему здесь равно. Вот, значит, давайте попробуем со всем этим взлететь. Значит, автохедер, аутохедер, аутоконф. Что там еще у нас? Конфигурь. Вот, вот что я забыл сказать. Я забыл вызвать конфигурь минус-минус help. По умолчанию у конфигури уже есть некоторое довольно впечатляющее количество параметров, которые в основном рассказывают про то, куда потом надо будет устанавливать программный продукт, или где искать библиотеки, где искать инклюдники, ну и вот это вот все. Основные параметры примерно такие. Но поскольку мы включили два переключателя, у нас теперь есть... О, смотрите, вот они. Это те самые переключатели, которые мы только что задали с помощью вот этих макросов. Соответственно, если мы сейчас скажем просто конфигурь, то у нас будет не make. То у нас будет собран наш этот out без кейпада и с рамочкой равной 3. Вот, видите, я нажал на F1, а он сразу выскочил. Если мы скажем конфигуре минус-минус enable keypad, где там cc, вот, то у нас соберется наш бинарник с кейпадом. Да? И давайте еще скажем не только enable, минус-минус enable frame равняется, ну скажем, не знаю, там, 8, чтобы было видно, да? О! Ширина рамочки 8. За счет чего это произошло? Ну, понятно, за счет чего. Мы сгенерили конфигаж, потом мы проинклюдили в этот конфигаж, добавились те самые дефайны, о которых мы с вами говорили. Вот они. Ну, там где-то кейпад еще. Вот он. Вот. Фактически, прям вот берем, зажевываем этот файл и вот, все примерно так. Все так просто, хотя, конечно, синтаксис слегка такой волшебненький. Вот. Значит, ну, осталось сделать последний шаг, и он самый, как это сказать, ну, нет, осталось, сейчас давайте закоммитим, да. Мы опять ничего не поменяли. Да, мы только поменяли конфигуряк. Значит, можно сказать им вот так вот. Это что? Это options. Build options. Вот. Все это трем. Все это потерли. Шикарно. Следующий шаг. Это изготовление makefile, потому что зачем нам руками-то вся вот эту вот петрушку-то делать? Незачем нам руками делать эту петрушку, давайте нам конфигуряк, в смысле конфигурь еще и makefile сделает. Из чего? Ну, разумеется, из прототипа. Вот. Но прототип этого makefile – это всего лишь штука, в которой конфигурь подставит какие-то макросы, а нам нужно еще сам makefile руками написать, он же должен, ну, как бы… Нельзя же из ничего его сделать. То есть мы должны сначала написать скелет этого makefile, то, чего мы от него хотим, а потом уже сказать конфигуре, ну давай, значит, дописывай туда все остальное. Скелет этого makefile выглядит очень коротко. Вот, он прям вот совсем коротенький.
Вот, называется makefile.am. В отличие от слова конфигуряк, я не могу сказать makefile.am, это очень неудобно. Он очень маленький. Ну, то есть, ну, правда, вот это все. И он выглядит как обычный makefile с некоторыми интересными подробностями, о которых сейчас мы как раз и поговорим. Значит, makefile.am, am от слова automake. Мы сейчас будем запускать инструмент automake, который из makefile.am сделает прототип для конфигури под названием makefile.in, а вот из него уже конфигури сделает makefile. Так, ну вот он совершенно простой. C-флаги для сборки. Специальный таргет под названием, специальная переменная под названием binprograms. Это переменная, да, равно, видите, это не таргет. Таргета здесь нет, только клин, но это его я туда вписал, можно было и не писать. Понимаете, да? Вот. Это специальная переменная со специальным синтаксом bin_programs, которая описывает бинарники, которые нужно собирать, список бинарников, которые нужно собирать. KeySources – это специальная переменная, в которой вот здесь имя бинарника, а вот здесь вот список исходников, из которых он собирается. На основании именно такого синтаксиса вот этих имен, собственно, будет сгенерирован прототип. Сейчас мы все это увидим. Для того, чтобы это все заработало, надо сделать еще два дополнительных действия. Это, во-первых, включить в конфигуряке поддержку, makefile. Сейчас посмотрим, как это делается. Ну, makefile должен быть строго именование переменной, да? То есть нельзя специально переменной. Сколько угодно, какие угодно, makefile любой. Нет, makefile вот именно эти переменные. А, смотрите, для того, чтобы... Значит, makefile вообще любой. Что хотите туда, то и пишите. Он будет обработан, дополнен и преобразован. Но то, что не преобразуется, останется как было. Вот. Просто именно эти форматы переменных, как здесь написано, приведут к превращению вот этого в этом самом, в таргете, в makefile.in, к процедуре, к созданию полноценного стека сборки программы под названием key из исходников под названием src/key. Там библиотеки можно будет добавлять. Кстати, где они тут? Не вижу библиотек. А, библиотеку он сам подкинет. Мы же сказали с библиотекой собирать. Мне кажется, что сам подкинет. Дайте проверим. Ну так вот, значит, нам нужно включить поддержку makefile. По-моему, это где-то здесь делается. Да, вот прямо тут. Вот. Нам нужно сказать, что этот makefile является конфиг-файлом, то есть у него есть прототип makefile.in, который нам automake сделает. Вот где-то здесь, да, конфиг-файл, makefile. Вот. И еще на самом деле нам надо проделать одну вещь, это притащить в нашу среду сборки кучу инструментов, которые используют автомейк для работы. Потому что, ну, одно дело просто взять и превратить один конфиг в другой, а другое дело целый makefile сгенерить, который много чего умеет. Эта штука называется acellocal. Давайте на нее посмотрим. Это еще один инструмент, который надо запускать. Он называется aclocal. Вот. Вот он. И он нужен для того, чтобы ваш автомейк знал, как компилировать, как превращать вот это в набор таргетов до компиляции. Вот. Давайте запустим aclocal, посмотрим, что изменилось. Значит, вот у нас ничего нету. Вот мы запустили autoheader. Вот мы запустили aclocal. О! Что образовалось? Образовался файл aclocal.m4. Что внезапно раскрывает секрет Полишинели и ответ на вопрос, который задал Димка в чатике. Почему такой синтаксис с квадратными скобочками? Дело в том, что конфигуряк
написан на языке макроподстановки М4. Язык макроподстановки М4 – это такая довольно жестокая жесть. Вот. Кому интересно, я про него читаю лекцию в курсе парадигмы программирования кафедры алгоритмических языков. Вот. Уже есть лекция прошлого года, и в этом году тоже будет. Вот. Это именно язык макроподстановок, в нем тоже, в общем, довольно много строчек. И вот, и после появления вот этого правильного, хорошего, годного оклокал, ну еще кэш от него, это не важно, у вас уже можно запускать automake, по-моему. Нет, он говорит, не знаю, у меня нету скрипта compile, у меня нету скрипта install, где они все? Хорошо, минус add missing. Давай, если что-то тебе не хватает, притащи стандартные, говорю я. Притащил, говорит. Вот они все. Ну, тут симлинки желтым цветом, к сожалению. Сейчас. Вот. Вот, значит, все эти скрипты install sh, compile, depcomp. Это какие-то скрипты, которые с этим автомейком сами приехали, стандартные. Они, кстати, даже не shell-скрипты, я думаю, что перловые. Нет, это shell-скрипт. Ну, неважно. Вот он их притащил все в текущий каталог. Это все, будем считать, генераты. Мы это с собой не таскаем, зачем оно нам нужно. Вот. Но с помощью этой машинерии, а также еще своей глубокой машинерии, теперь у нас автомейк сделал что? Он нам сделал файл makefile.in. И это... Так же, как и config.h.in, это этот самый, я это назвал словом, прототип makefile. Вот. И он довольно большой. Та же самая картина, да? Мы взяли, распарсили makefile am, и насовали туда все, вот, всего остального. Тут где-то мы даже можем найти наш вот git clean, видите? Я же сказал, что все можно писать. Да, вот кусочек, который мы сами написали. Остальное мы не писали. Вот, давайте посмотрим, где здесь этот самый key. Нет, key. Во! Видите, вот их тут, вот он, вот на основании вот этого bin, это самое, programs и key sources, он нагенерил кучу, вот, видите? И вот это, собственно, как и обещалось, процедура сборки, вся. Все это нагенерировалось само. Ну вот, примерно так все происходит. У нас теперь мы запускаем конфигуре, нет, конфигуре. Нет, автоконф сначала. Автоконф мы уже запускали. А, нет, не запустили. Теперь конфигуре. Что там мы хотели? Keypad. Бум! О! Обратите внимание, что он нам собрал makefile. Makefile еще больше, мне кажется. Да нет, примерно такой же. И это хороший годный makefile, его можно читать. Его даже можно, если хотите, править, только и учтите, что он генерат. Да? То есть вы можете его поправить только из соображений, если проверить какие-то свои предположения, как надо поправить сборку. Опа! И даже у нас теперь и программа называется не a.out, а прямо key. Вот. Ну, короче, вот, он его собрал. С нашими ключами. Ну, все как полагается. Значит, поскольку мы с вами теперь нужно проделать целую кучу каких-то процедур, прежде чем можно make запускать, есть шапочный скрипт, который называется autoreconf, который за нас все вот эти автомейк, автотолс, автолокал, автомейк минус этот самый... Ну, короче, вот, которые митинги приносят. Это все за нас запустят. Давайте мы сейчас посмотрим, что мы написали нужного. О, сколько он все насовал. Нам нужен
Makefile IAM. Во. Вот эти, из этих генератов единственный файл, который нам нужен, это Makefile IAM. Так, только не Vim, а его надо добавить. Вот. Остальное можно удалять. О, смотрите, какая красота. Так вот, вместо того, чтобы пальцами выполнять все по очереди вот эти команды, конфигуру, этот самый автотул, автоскан, ну нет, автоскан не нужен, автохедер, автоконф, автомейк, короче, мы можем сказать auto-reconf, сказать ему минус force, минус install. Минус force он удалит имеющиеся, если есть, и положит еще раз на их место, короче, минус fizz. Вот я знаю вот этот вот force install, забыл, что symlink и verbose, чтобы он рассказывал, что он делает. И он рассказывает, что он делает. Он запустил occlocal минус force, который удалит текущий occlocal M4, если он есть, и положит еще раз новый. Может быть, так не надо делать. Может быть, это какой-то специальный нахаченный нами occlocal M4, мало ли что. Да? Дальше он посмотрит в наш конфигуряк, увидит, что там не используются какие-то дополнительные инструменты, не будет делать в них поддержку. Дальше он запустит autoconf минус force, дальше он запустит автомейк с адмиссингом. Ну, короче, все, что нужно, сделает. Вот. Для нас с вами, кстати, буква F неинтересна, да, можно ее не установить. Вот. Ну и, короче, все. Значит, вот этот autoreconf приводит к тому, что уже можем даже сразу и конфигури делать, по-моему. Ну да, потому что он уже автомейк сказал, и автоконф сказал. Ну вот все. То есть на самом деле вот мы сократили. То есть мы путем вот этих двух файлов конфигуряка и makefile IAM сократили себе путь от начала сборки до, собственно, сборки, до двух команд, при этом количество всяких штук, которые могут повлиять на сборку, увеличилось, ну вот, ровно до стольких, скольких мы захотели. Вот. Обратите также внимание на то, я еще раз повторяю то, что сказал в начале, что мы сначала подготавливаем себе окружение, вот так. А потом можем заниматься разработкой, то есть вот в этом самом SRC что-то править, переделывать, и вот, а это все оставить как есть. Просто надо иметь в виду, что все это генераты. Вот. Кстати, тут Димка подсказывает, что и Make Clean теперь работает. Смотрите. Конфигурь. А я уже сделал его конфигурь? Сделал. Значит, Make. Вот он сгенерил этот самый key.da. Make clean теперь работает. Он удаляет бинарники и объектники. Это тоже часть makefile, который сгенерил нам автомейк по умолчанию. И он знает, например, что объектники у него лежат в каталоге SRC. Вот. Ну или там еще есть make dist clean. Это такой одноразовый clean, который изобрели до того, как изобрели волшебную таблетку git clean-fd. Он, видите, все поудалял. В том числе makefile, да, именно. Но нам disclean одно время это была безумно полезная опция, чтобы удалить как можно больше генератов, оставить только вот промежуточные. Но для нас с вами есть, как это, более волшебная таблетка, которая удаляет вообще все. Вот. Все остальное это генераты. Да? Вот. А так вот три файла. Мне кажется, что мы приближаемся к концу этого рассказа, потому что нам осталось только просто показать, что на самом деле на этом не заканчивается, а только начинается использование вот таких инструментов профилирования. Вот. Например, мы можем заставить потестировать нашу программу. Вот.
Как мы можем заставить нашу программу потестировать? Ну, давайте попробуем ее вот сейчас запустить. Значит, reconf. Да, вот Димка спрашивает, что git clean мы сами задали. Да, мы git clean мы задали сами прямо в makefile, действительно. Да, так вот, значит, autoreconf, конфигуре. Что там у нас? Минус-минус. Enable. Keypad. Вот. Make. И давайте мы придумаем, как нашу программу вообще потестировать. Она, в принципе, пишет на экран, поэтому мы не сможем потестировать, ну, у нас нет режима, когда она там читает из файла. Но мы можем, например, сделать так. Мы попробуем ее запустить не из файла, пускай она хотя бы ругнется. Что-нибудь типа key dev null. О! Вот эту штуку можно потестировать на поведение нашей программы, что при попытке стандартного ввода переопределения не из терминала, она говорит, это не терминал, я вам не буду рамочки рисовать, вообще идите куда подальше. Ну, давайте мы это и добьем в makefile.am. Значит, что? Это говорит библиотека libcurses. Ну, потому что она пытается что-то сделать, она пытается вызвать EOKTL. И это говорит, на самом деле, System Call, я думаю. Он пытается, libcurses пытается сделать какой-то EOKTL на терминале, а этот терминал не терминал, это дивнул. Ну, и все, значит, да. Так, значит, что мы сделаем? Мы, давайте подглянем в шпаргалку. Мы говорим, что файл под названием, что тестами, для нашего проекта являются такие-то и такие-то программы. В данном случае это программа node.ttty.sh. Эту программу надо, естественно, изготовить на скорую руку руками. На самом деле есть еще и фреймворк тестирования, который сюда встраивается, мы про это будем говорить потом. Вот. Но в данном случае я просто тупо сам сделаю. Да? Значит, что это? А, это я делаю shell-скрипт. Это, извините, это shell-скрипт, который делает shell-скрипт. Поэтому он так выглядит странненько. Давайте мы это сделаем. Просто давайте поверим мне на слово, скопипастим его, посмотрим, что он действительно его делает, ну и на этом остановимся. Я люблю так извращаться, а на самом деле это, конечно, ну такое. Да. Значит, это shell-скрипт, который делает shell-скрипт. Значит, вспоминаем немножко этот самый make. Значит, $target это как раз node.ttty.sh. В этот файл попадет эхо-тест. Зачем эхо-тест? В знак того, что мы запускаем тест, запуск нашего key с dev null, перенаправление с TDR на 1, и мы сравниваем, что на этот TDR нам прилезет сообщение node.terminal. Давайте попробуем. Сейчас, значит, что мы делаем? Мы сейчас его пересобираем среду. У нас makefile еще нету. Собираем makefile. Да, я забыл явно отметить, не забыл, что конфигура теперь еще и makefile делает. Да? Make test.s. Нет, make. Как он называется-то? Как он назывался? Node.ttty. Ну вот, на самом деле все проще, да, мы проверяем, значит, смотрите, тест с точки зрения здравого смысла должен выдавать exit статус 0 или не 0. Поэтому мы говорим, сравни, пожалуйста, вот эту строку вот с этой строкой. То есть, когда мы запускаем наш key, видите, бэктики, и перенаправляем из нетерминала, и перенаправляем сообщение об ошибке на стандартный вывод, это вот это сообщение или нет? Вот вам и весь тест. Вот. Ну вот, сам факт того, что у вас появился target-test в makefile.am, tests, приводит к тому, что у вас теперь работает make-check. Он говорит, тест node.ttty прошел. Вот. Давайте мы его извратим немножко. Да? Не прошел.
Вот вам, так сказать, на скорую руку намазанный тест прям вот из ничего. Вот. Как видите, можно дойти. Мы еще дальше пойдем, у нас еще будут еще переводы, у нас еще будут тесты. То есть вот эта подсистема адаптации к окружению выполняет две роли. Она, с одной стороны, смотрит, что есть и что должно быть в окружении, и где оно лежит, и как им пользоваться. А с другой стороны, позволяет вам профилировать вашу сборку, включать, выключать различные ключики. Да. Естественно. Там же был адрес. Вот по этому адресу он нас и послал. Вот. Значит, чтобы закрыть или, вернее, приостановить эту тему и оставить немножко тем для обзора, который вот планировался, скажу, что есть еще куча всяких настроек, одна из которых, с которой я пока не разобрался, называется LibTool, вот, которая предназначена для сборки и тестирования библиотек. Там есть некоторые свои сложности, даваться, но как бы в сегодняшний обзор они точно не входят. Как видите, инструментарий не самый простой. Особенно, когда вы начинаете забираться в его кишки, и в этих кишках видите что-нибудь вот такое. Да? Да, вот вы полезли что-то исправлять, а там вот это. Ну, такое, да. И, на самом деле, бояться тут особо нечего, вот, потому что все это, ну, вполне себе нормальные вещи. Но их много. Вот. С другой стороны, их изначально не очень много. Синтез, конечно, странноватенький, вот, но вполне себе постижимый. Даже конфигуряк вполне себе такой вот, вполне себе читаемый. Если у вас нет такой задачи, а есть задача, например, спросить, а что там вот эта библиотека, вот эта libcursus, она вообще, когда мы собираем файл с ней, инклюдники-то где лежат? Какой инклюд делать? bkg config g config encursus минус c. Ну, минус c. Слушай, а как? Я забыл. Давайте man почитаем. Вот. Есть такой инструмент, более простой, который отличается от того, что мы с вами делали, тем, что pgconfig приезжает вместе с библиотекой. Это некий стандартный конфиг-файл, который предназначен для утилиты pgconfig минус-минус cflag. pgconfig минус-минус cflag encursus. О! Это минус cflag. А если минус-минус includes? Да? Нет, libs, думаете? Libs от библиотеки, я include хочу. Да блин, забыл. Сейчас поищем. А, там не нужен никакой include path, вот чего. Оно в правильном месте лежит. Короче, все правильно. Минус-минус cflag было достаточно. Вот. При использовании библиотек, у которых инклюдники лежат в каком-то странном месте, здесь еще минус и что-то приедет. Вот. Если вам этого достаточно, пожалуйста, вот собирайте. Кстати, сказать минус ltinf даже и не нужно, я не знаю, надо мейнтейнеру сказать, чтобы убрал это. Вот. Потому что минус lcursus так работает. Ну, короче, вот. Но это, естественно, очень простой инструмент. Два других инструмента, которые выполняют ту же самую роль, о которой сейчас говорилось про автотунс. Ну, на самом деле, таких инструментов много. Да? Начнем с того, что таких инструментов на самом деле на каждый язык программирования есть свой. Для плюс-плюса есть bake. Этот самый, ну, не просто плюс-плюс, а плюс-плюс и, как это называется, библиотека-то, господи. Главный плюс-плюсная библиотека. Boost, да. Вот. Для Java есть Maven какой-нибудь, для этого кого-то там Rake, забыл для кого,
Для Ruby, наверное. Ну, короче, у каждого языка есть такой жанр. Напиши makefile и всю систему профилирования на том же языке, на котором ты программируешь. Для таких вот true разработчиков, которые знают один язык и больше ничего. Да. Вот в Rust все all included, да? Вот. Но есть и общие системы. Одна из самых известных и мощных – это CMake, который примерно так же устроен, как мы сейчас с вами смотрели, за двумя важными исключениями, а в случае меня – тремя. Значит, первое важное исключение, что он достаточно простой. Вот, то есть CMake файл выглядит… Сейчас давайте попробуем. Ну, блин, покажите мне просто CMake файл, пример. Это моя проблема номер три. Я же говорю, что их две, а у меня их три. Короче, давайте с третьей проблемы начнем. CMake очень мощная система, отлично документированная, с достаточно большим функционалом, обладающая в случае меня одним важным свойством. Какую бы информацию я не пытался узнать о CMake, ее приходится очень долго искать. Я не знаю, почему это так. Может быть, это я так устроен. Хотя я видел ни одного такого человека, как я. Вот. Может быть, CMake просто для других людей, там, для каких-то вот DevOps. Я не знаю, правда. Вот. Главные его два достоинства – это что он умеет не только в Make, в качестве бэкэнда, ну и во всякие другие подсистемы сборки, в том числе, например, он умеет генерировать Visual C++ Object, если очень надо, под винду, Project, чтобы можно было прямо Visual C++ компилировать. Вот. Ну и вот всякую штуку умеет. Станислав спрашивает, можно ли в проекты с зоопарком языков. Ну, в случае универсального, типа вот автомейка, почему бы нет? Просто, возможно, там не будет поддержка каких-то специфики этого зоопарка, да, он все-таки в основном на C нацелен, но да. Вот. Вот, кстати, в CMake это немножко по-другому. Там довольно много написано всяких расширений и вот. Второе важное отличие, помимо различных бэкэндов, состоит в том, что с CMake приезжает довольно много заранее написанных модулей для разных пакетов. Это и хорошо, и плохо. Если ваш разработчик, скажем, там, не знаю, какого-нибудь KF3, да, KF5, KDE, с собой приносит CMake-овский модуль, и он отвечает за то, что этот CMake-овский модуль отлично, как бы правильно определяет все тонкости настройки этого пакета. Это хорошо. А если авторы CMake с собой приносят такой модуль, то не факт, что они, что этот модуль свежий, и дальше в него надо забираться, и вот. Тем не менее, значит, тут, к сожалению, ссылка на архив, как я понимаю. Давайте, у нас осталось немного времени, я CMake, с вашего позволения, пропущу. Вот, по нему, по CMake, дикое количество всяких учебников, всего остального, и если вам интересно пользоваться им, пользуйтесь им, это как бы вполне рабочий инструмент. Более современный новый парочка инструментов, представляющий собой, ну, примерный аналог Make плюс AutoTools, это Meson Build и Ninja. Ninja за Make, а Meson Build за AutoTools. Довольно современный проект, очень бурно, активно развивающийся, вот, который, пожалуй, в смысле понимаемости как раз очень, очень неплохо выглядит. То есть вот Meson файл выглядит вот так. У нас есть C-шный проект, он написан на библиотеке GTK3, у него есть бинарник демо, который делается из main.c, и зависит от, плохо видно, который, вот, да, C-шный проект под названием Tutorial, зависит от GTK3+, изготавливается из main C бинарник под названием демо, и у него есть зависимости, которые определяются теми зависимостями, которые приезжают из GTK3. А вот и они. В зависимости, которые приезжают из GTK3, мы тоже пальцами говорим, это библиотека libgtk3+ и libgtk-source-view. Все. Слушайте, не спрашивайте у меня. Тем, что в проекте может быть несколько executable, я думаю. А также библиотеки и еще что-то.
Вы говорите, собрать такой-то проект. Он говорит, такой-то, хорошо, у вас там 3 бинарника, 6 библиотек, вот это все. Вот. Дальше вы говорите Meson Compile, и тут происходит довольно забавная вещь, но нам уже привычная. Meson генерирует бэкэнд на Ninja или на Microsoft Project или Xcode Project. Вот. Значит, и дальше вы одним из этих инструментов сборки собираете. При всем своем, действительно, достаточно, вот, ну, мне нравится сайт, он реально аккуратно устроен и вполне себе читаемая штука. Вот. И в отличие от CMake, легко найти информацию. У меня Meson вызывает только подозрение только одним. Он не умеет в Make в качестве бэкэнда, и это принципиальная идеологическая позиция автора. Идеологическая позиция, я напишу универсальный инструмент, который все умеет, а один из них, из имеющихся, принципиально не умеет, вызывает у меня недоверие, которое я до сих пор не поборол. Значит, зато, давайте сразу зайдем в Ninja Build, вот это то самое, что вместо Make. Вот видите, вполне нормально выглядит, значит, Ninja файл. Тоже очень простой, он супер простой. Он гораздо проще, чем Make, на порядок, на два порядка. Вы просто говорите, вот такое правило, вот такая команда изготавливает, и вот из этого вот этого, вот с такими-то флагами. Все. А дальше говорите, изготавливает. Как я уже говорил в начале, главное отличие Ninja от Make, что Make оперирует понятиями объекта и зависимости между ними. Ninja оперирует понятиями задания. Да? Вот для того, чтобы ваш проект заработал, нужно выполнить вот такое задание. Создать вот это из вот этого. Да? Вот создать. Создать. Вот. Это приводит к тому, что, вообще говоря, руками писать ninja-файл для большого проекта абсолютно бессмысленно. Это будет огромное количество кода. Вот все то, что Make решает в голове, в ninja должно быть явно написано. Но если почитать с самого начала «It designed to have its input files generated». Ninja принципиально, проект принципиально созданный для того, чтобы обрабатывать генераты. Например, сгенерированные с помощью CMake или Meson. Вот. Большое достоинство обеих проектов, Meson и Ninja, стоит в том, что вот этого ада вы не увидите, где он там. Вот этого ада вы не увидите. Вот этот ад вам не нужно смотреть, вы его увидите, в Ninja он тоже есть, но он будет такой, знаете, 100-500 одинаковых команд. Да? А вот этого вы не увидите точно. Вот этого. Да? Вот. С другой стороны, это также означает, что если у вас есть какой-то путь сборки, какой-то хитрый, вам придется его как-то реализовывать на стороне. Или с помощью языка Meson надо его поизучать, он достаточно развесист. Вот. Это он похож на питон, но и не является питоном. Вот. Имейте в виду, что язык Meson похож на питон, но это не питон. Так вышло. Вот. То есть, ну, синтаксически он не является совсем питоном. Вот. С моей точки зрения, есть еще один недостаток у парочки Meson Ninja, который я, как разработчик больших проектов, вернее так, мантейнер больших проектов, постоянно использую. Это так называемый job-сервер. Наверное, мне следует, если я буду читать эту лекцию еще раз, привести пример работы job-сервера, но идея стоит в следующем. Представьте себе, что у вас есть сборочный сервер, у которого есть, ну, допустим, 8 ядер и достаточно памяти. Если у вас есть сборочный сервер с 8 ядрами и достаточной памятью, вы, наверное, можете собирать ваш проект в 8 раз быстрее, запуская 8 компиляций одновременно, но вам нужно сначала решить, в каком порядке эти компиляции запускать. Ну, сначала надо скомпилировать все объектники, а потом скомпилировать из них бинарники.
А если у вас сложная игра в зависимости, вы что-то порождаете, что-то генерируете, на куты пишете, там, в общем, очень длинная цепочка, то вот эта вот граф, вот эта сеть зависимости между вашими объектами будет довольно сложной, и для того, чтобы выяснить, какой из процессов надо запустить, надо эту самую вот распарсить, да, сделать линеаризацию этого графа, точнее даже не линеаризацию, а хитрый такой обход. Так вот, утилита make, кажется, она одна такая выжила. Решает эту проблему динамически, потому что вы описываете декларативную зависимость, дальше она это все всасывает, дальше она смотрит наличное количество объектов, которые уже готовы и не устарели, и количество объектов, которые не готовы и устарели, дальше она динамически строит вот этот граф зависимости, и дальше она по нему бегает, запуская параллельные задания. А утилита Meson, точнее Ninja, будучи обработчиком генератов, не занимается этой ерундой, потому что эта задача, в общем сложности вообще полная, да, проверить, кто от кого зависит. Просто там короткие цепочки, поэтому это псевдополином. Она не занимается этой ерундой, она просто видит вот эти вот задания. Да? Для нее нет необходимости дешифровывать эту сложность, потому что описанная в терминах независимости, а в терминах заданий, вот эта вот группа, да, она сразу ясно, кто после кого. Она статически генерирует вот эту карту зависимости сразу. Но это не главный недостаток, это вообще не недостаток. Это, в общем-то, достоинство. Так быстрее, чем динамически решать эту проблему. Проблема состоит в том, что make рассчитан, вот, собственно, в job server, на этом я заканчиваю. Make рассчитан на ситуацию, когда у вас есть проект, а в нем подпроекты, а в нем еще подпроекты, и в каждом из них есть makefile. Как работает ситуация, когда вы хотите запустить эту сборку на четырех потоках? Понятно, что это работает не так, что вы запускаете make на четырех потоках, в нем внутри каждого из них запускается еще по make еще на четырех потоках, да? И внезапно у вас получается там 4 в кубе процессов на 4 ядрах. Ну, потому что это плохо, так нельзя делать. А как это работает? А это работает так, что головной make регистрируется как такой job-сервер, и все остальные попытки запустить очередной таск ходят к этому job-серверу и говорят, а сколько у тебя слотов? Вот я их там свободных. Он говорит, нисколько, жди. Через некоторое время освободился, собирай. То есть все вот эти мейки ходят к одному большому мейку, который учитывает, что каждый момент времени у нас запущено не более чем 4 потока, минус job 4, да? Вот. И все эти мейки ходят к нему и спрашивают. Вот в это ванильный ниндзя не умеет от слова совсем. Ребята из CMake сами поддерживают специальный форк ниндзя. Он достаточно актуальный. Последний коммит 7 дней назад. Специальный форк ниндзя из CMake, в который они вхакивают. Смотрите, вот список фич, которые мы вхакиваем в ниндзю. Из одного пункта. А, да, сейчас, где? Да, вот. Вот список фич, которые мы вхакиваем в ниндзю. Из одного пункта. Мы туда вхакиваем job server support, потому что без job server вы не можете собирать неоднородные проекты. В результате, знаете, как собирается какой-нибудь там, не знаю, Chromium или что-нибудь такое? Там специальный софт берет и генерирует один большой сборочный файл из всех вот этих подпроектов. Он их как-то анализирует и делает для них один большой сборочный файл, потому что нет управления. Такие дела. Вот. И, в общем, вот это вот все вот висит уже много лет. Как-то вот, мы тут планировали собрать вот этот ниндзю, не собрали его. Вот. И что-то я как-то вот со своей стерережимностью все занимаюсь автотулсами. Они работают. А тут вот люди там дерутся, не ходят в соседний клуб, не хотят поддерживать джоб-сервер. Ну, не знаю. Вот. Тем не менее, если вы такой начинающий разработчик, возможно, вам сразу надо начинать с Meson Ninja, потому что это реально проще. То есть, если вы не хотите во все это углубляться,
да, то, возможно, реально проще вот не углубляясь сделать вот это. Все, значит, давайте задавайте вопросы. Тут вот Димка спрашивает, так может ли быть, что Make минус G4 упадет, а Make сработает? Скажем так, всегда бывает так, что одна программа с одними опциями падает, а с другой работает. Вот, и в этом смысле Make не исключение. Ну, например, у вас при запуске в 4 этих самых... Ну вот Роман Бондаренко тут у нас почему-то рекламирует CMake, нет, все-таки Автотулс. Вот. Например, ситуация, когда у вас просто не хватает памяти, да, вот процессоров хватает, а памяти не хватает. Я же рассказывал про LibreOffice, вот про тот самый, да, вот это вот ровно оно. Вот. Да, сокращение рекламирует сборочный баш скрипты, как человек, который занимается железом. Да, я понимаю. Ну вот понятно, да, вот в общем ваш выбор. Поэтому, значит, мне уютнее с этим, хотя оно и страшненькое. Многим уютнее как раз ниндзя и мизоном. Многим уютно и с CMake, потому что под него есть куча дисциплин разработки. Там и знание CMake — это то, что от вас, наверное, потребует разработчик, если вы нанимаетесь программистом на плюс-плюсе, скажем так. Вот, вопросы. Вопросы? Есть. Да. А я как раз видел в проекте именно в Node.js, что у них сборка мейнфайлов происходит с помощью файлов .jug. А у ноды свой собственный make, как обычно. Да. На ноде написанный. Это же та же самая фишка, да? Давайте напишем инструмент профилирования и этого самого оркестрации сборки на том языке программирования, на котором сами пишем, чтобы другой не изучать. Не, ну потом где-то там тоже make в конце концов. Да, все так. Ну, короче, это фича ноды, и я думаю, что это ровно то, что я сказал, да? Это какой-то инструмент, мета-инструмент оркестрации, разумеется, написанный на ноде, на чем же еще? А разве JIT не написан на C++? JIT? GIP. Нет, GIP на плюс-плюсе написан. GIP — это то, чем собирается этот самый... Chrome. Да. Еще один. Но GIP — это тоже страшный монстр. Вот. И он обладает всеми теми же недостатками. Он тоже статический, понятно почему, потому что попробуй напиши makefile для Chromium. Да он сутки сначала будет эти зависимости разрешать. Вот. Ну, в общем, он, ну, короче, это гуглер какой-то вот, да. Если это GIP, я просто не расслышал расширение. GIP — это плюс-плюс инструмент. Видать, человек в гугле работал и умеет в GIP, вот и все. Я его даже здесь не упоминаю, потому что у него, я пытался в нем, как это, не то чтобы разобраться. В него не хочется влезать, да. То есть вам придется влезать, если вы будете делать, вам придется влезать в GIP, если вы будете делать, как это сейчас модно, веб-приложеньку из хромиума. Вы же знаете, что большинство вот этих клиентов, все эти самые, особенно под Linux, все эти скайпы... Это все, да, вот Node.js, не Node.js, Visual Studio Code, VS Code, все это форки Chromium, в которых прихаканы соответствующие функциональности и отломана изоляция. И вам тогда придется в GIP уметь, да? Не GIP, а GEN. 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 Да, генератор нельзя. Его так назвали, потому что генератор нельзя. А, он уже не GIP умеет, да? GIP бросили Chromium. Ну да, правильно. Вот Арсений подсказывает, что GIP уже не используется для сборки хромиума, а используется генератор ниндзя, который ходит по всем проектам и делает из него один безбашенный ниндзя файл. А ниндзя, будучи очень простым инструментом, просто его выполняет. Ну, тоже разумно. Ну вот, в общем, вот. Есть еще вопросы? Все, спасибо, мы с вами и так уже немножко выжили время, потому что, да, значит, традиционно не получается все-таки сделать вторую лекцию, и не получится. Вот, поэтому, да. Все, тогда всем спасибо, значит, там чатики у нас как обычно. Все, тогда в следующий раз что у нас? Я думаю, что уже перевод или тестирование, что-нибудь такое, давайте посмотрим. Давайте посмотрим.
тестирование. Оу. В следующий раз мы попробуем за один раз разобраться в том, как устроено тестирование. Разумеется, не разберемся, но что-нибудь потыкаем. Все, всем спасибо.